Jak dlouho tento soubor existuje? Я представляю школу искусств в Карвоне. Этот коллектив включается в Карвоне уже 3 года, но коллектив существует 12 лет. И коллектив очень хороший, очень профессиональный. Он выступает в некоторых странах и в европейских странах, Греции, Словении и Болгарии. Но он и его программы составляет программа как Кавказский регион, ведет на себя танцы Кавказского региона, не только армянские, но и других. Já jsem představitel umělecké školy. Jednou z oblastí, kterým se škola věnuje, je také folklor. Tento soubor existuje asi 12 let. Věnuje se folkloru nejenom Arménie, ale celé oblasti Kavkazu. Navštívili jsme několikrát Evropu, vystupovali jsme na Slovensku, v Řecku a v Bulharsku. No, jak se jim tady líbí v České republice? Pan Ravice České republika i osobně Luhačovice, kde by сейчас, v других местах это как, но здесь очень прекрасно. И я хочу поблагодарить фольклорную ассоциацию Чешской республики, которые нам приглашают сюда. И наш принцип искусство сближает людей, чтобы мир был более, мир очень хрупкий, более хороший. Нужно, чтобы сказать, что эти искусства сближают, а нужно сближать людей, особенно детей, чтобы наши дети познакомились с детьми из других стран и как они живут. И это все сделает фольклорная ассоциация Чешской Республики. Нам, а зваще детям, в Чешской Республике любит, зваще в Лугачевицевых. А дякуємо фольклорній асоціації Чеської Республіки, що нам можна приїхати та виступувати зде. Нашим таким принципом є, що фольклор зближує людей, а є důležité, аби се діти мезі собою познавали, аби се зближували. Яке мають подмінки? Чи їм там допомагає стат або регіон? Какі умови для фольклора? Є там государство, школа, У нас є договор з Міністерством культури нашої республіки Армении. Діти, які вчаться в народних інструментах, платить наше государство. Лице Министерства культуры Армянской Республики. И есть другие инструменты, которые сами дети платят, и есть спонсоры, которые помогают нас, чтобы проходил хорошая учеба детей на искусстве. Помогает нам Министерство культуры. Děti, které se učí hrát na starých národních lidových nástrojích, tak neplatí školné. A děti, které se učí hrát na jiné nástroje, tak většinou se jim daří získávat sponzory. Tak, spasiba.